Всем привет, друзья, это Тварына, это стрим третьих героев. Сегодня у нас очередные каточки в лобби Хоты. 2 апреля сегодня. Там просят на ютубе даты видосов прописывать, но на ютубе это делать, мне кажется, бессмысленно. Я в самом видео проставляю эту дату, буду говорить это в начале стрима, чтобы не путаться теперь. И сейчас очередь видосов на ютубе. Во-первых, выливаются туда абсолютно все видео в хронологической последовательности, за очень редким исключением, когда, например, ну просто типа не... либо куча мелких видосов получается из-за того, что дропает стрим. Но таких каток буквально на пальцах можно пересчитать. Поэтому практически все в хронологической последовательности. Сейчас там доливается еще Fallout. Вот, правда, там есть проблема с последними 2 сериями, потому что есть там нарушения касательно авторских прав, что для меня просто дико. Ну, то есть там музыка самой игры в самой игре, типа якобы копирайт кому-то принадлежит, я так понял, какому-то сериалу. Вот, и не факт, что получится нормально последнюю серию залить, но посмотрим, попробуем. Скилловый джеб, да. Сегодня Silence поиграем. В игре сейчас Николаев, может быть, добьем потом сейв. Вот, если он освободится и не поздно джебик затянется. Что ж, будем приступать. Всем привет еще раз. Погнали потихоньку. Джебус Кросс. Николаев в игре. Так бы добивали вчерашнюю катку. Вечер добрый, нарежьте скилловый джеб. Хороших игр. Сапьюал Сарин, наконец-то подрубочка. Доиграешь вчерашнюю, дальше завозим лайкосики, работяга. Привет. Оппонент по вчерашней катке в игре, может быть, после этой добьем. Если нет, то в следующий раз. В любом случае, оно не будет откладываться. Доиграем. Мне тоже это интересно. Нарно, у нас тут чудовые игры. Дякую. Всем приемного перегляду. Хлопцы, это девчата. Так, джебик. Джебик, правильный таймер выставляем. Так. Оха, очередь не нужна. Пара. Некрица против данжа. Некрополис против данжа. Может, за дунжик побегаем с плюсовым откатом. Родится Рош. Данжица, некрица. Привет, Галина Цветкова, спасибо, что за звездочки. Сколько там в итоге получается? 5500. 7200. Красный некро, 7200. Ну давай, за синий дунж попробуем. Ну, с кучей бабла. Я Маслов. Привет и здрасте. Меня тут внезапно кончили звезды и сделали мне открытие. Ебать, какой курс хуёвый. Саша. Жестко. Спасибо за звездочки. Чё, курс на звезды тоже хуёвый, оказывается. Понимаю. Я же правильно посчитал? 7200? Ну, вроде да. Да, сейчас кризисы, хуизисы. Только начало, по идее, да. Так, некры. Некры, минус 7200. Но, надеюсь, все равно будет хорошо.
Итак, друзья, значит, Джебус Кросс, оппонент Сайленс, катает на красном Никре с отхата минус 7200. У нас синий данж, Гилах ФФ. Всем приятного просмотра, погнали. Во времени суток желаю победить удовольствие от игры. Благодарствую. Ух, чаёк. Прям пуэр жестко крепкий заварил. На вторую концу тоже надо сразу чекать, по идее. Коробку эту тоже смотреть. Обе по 2-4, да? Обе по 2-4. Ну, это неплохо. Нишка минотавров, нишка котов. Так, снизу кто там? Гарпия. Тазар, батяня, батяня, тазар. Так, же они хитро жопу делают. От одну свалим, интересно. Сомнительно, да. Коробка интересная. Так, а я добегу за ход, интересно, туда нет. Драконов. Пробью ли я такое количество големов? Ну, вопрос, сколько их там, да? По идее, надо бить големов, потом нычку как-то вот так ехать. Он плюсует. При этом, ну, типа, троллов нельзя снимать.
попробуем. Что, двадцаточку уже не буду нас сваривать тоже. Плохо, это единички, вот эта трата единичек. Не очень хорошо. Ну, а что поделать? Так, фенс отлично, до коробки не достанем, но все равно пробивку посмотрим, да, как получится. Опа, что, деньги закончились? Деньги закончились, вот так вот на плюсовый откат вроде собирал, ну разбежка такая, да. И, кстати, вот эту коробку проморгал еще за мечами. Тут еще мельница, это пожестче коробка плюс этот. Чуть-чуть не хватает взять. Го смотреть. Ядрить их миллиард. Тридцать пять штук. Что-то их очень много. Блин, раскат вроде неплохой, но, блин, плюс от некрас супер откатом, да? Ну, посмотрим сейчас, какая здесь пробивка будет. Будем плясать от потери. Стек, по идее, я не сношу. Вот это прям очень плохо. А нет, сношу. Если будем сносить, то... Ну, 2.5 это скорее выше среднего он пробивает. Не развести еще никак.
Что по моралям, кстати? Морали-то есть. В целом адекватно, да? Что, смотрим второй день? Как считаете? Давай посмотрим тоже. Лухал, спасибо за рехост. Так, смотрим второй день. Десятка опыта. Ну хз, где тут шоколад прям, если честно. Двушечка. Что, нычки минотавров, но нычки драконов нам достаточно. С деньгами проблемы. Блин, что-то охраны мац демонов. Благо, кстати. Благо, хорошо. B.
Блять, что-то охрана, куча данж-зон. Губы свело. Ну, видите, если бы я пошел пробивать, ну, типа, там, стрелковую охрану, я бы потерял трогл. У меня критичные потери троглов. То есть, я не могу пробиваться, пока я не пробью вот эти вот основные объекты. В зависимости от того, как я пробью основные объекты, буду вообще бросать, ну, чё кого, да? Установка еще неправильно, мне сверху надо было воевать. 1-1-2 от оппонента. Ну ладно. Хорошо получается. Так или иначе. В коробке было 10 тысяч опыта. Поехали смотреть далее. Потратил рестарты. У нас еще в наличии, если что, 2 штуки. Пара ульев, карабас за гномами. Третий улик. 3 улья уже видим. Троглодитов поменьше, чем предыдущая генерация. Но сам сойдет, пушка есть. Пойдем пробьем гномов. Войска второстепенные, единички нормальные. Получше, чем в прошлый раз. Можно, конечно, на землянок сразу прыгнуть. Я погорячился, да, по идее нормально, нет? Пять единичек, 5 стеков. Но единственное, надо благарпию хоть одну взять. Гарпия точно нужна была тут, бы тут. Многообещающая раздача была. Была и сплыла, чё. Да, что-то на землянок, наверное, сразу зря полез. Надо было с гномов начинать.
Пушка тут точно падает, посмотрим. Еще. Глазиков подрихтуют. Это не страшно. Вот пушку жалко, на самом деле, да? Блин, и без ответки этих. Ну ладно, надо бить. Хороший дэмэдж. Ну, не, нормально. Но пушку потеряем, блин. Пушку жалко, реально, да? Спасти мы ее как-то можем, интересно. Вообще, наверное, нет. Ну ладно. Да в целом, ну блин, пушку жалко, так-то как бы норм. Бой. Вполне, да. Добьем двойку, добьем тройку. Здесь единичку сдадим, отмалим, да. Плюша. И спокойно разберем дальше. Типа бой ценой в баллисту, по сути, да. Зато сразу улей светим. Сразу светим улей. Баллиста дело наживное, она еще придет. Улей большой, сразу не будем в него залазить, я думаю. Большой улей — это хорошо, это, ну, это типа лучше, да. Кошка за пушку переживает, есть такое. Кошка за пушку, рэпчик. Так, ладно, дальше смотрим. Кто там, гномики, да? А, наверное, лево светануть вообще. В смысле, право, наоборот. Слева пока все понятно, что тут есть. Какая-то коробка за королями минотавров. Маска, хорошо. Ну, коробка тут еще серая, тут еще черная башня. Сюда бы, да, еще героя. Ну, лучше нет, наверное, лучше сюда таки, да. Плюшка. Броник хороший. Но охрана тоже такая, да. Не супер вау, конечно.
Саня, ты плюшками балуешься. Провокационный вопрос какой-то. Плюшки детям не игрушка. Даже если это кошка. Подозрительный размер. Мясо похоже. Подозреваю мясо. В карабасе. Плюша. Блин, жена в магаз пошла. Кошка будет это. Плакать временно. Грустить. Леша. Плюсуем это. Три улика, земля. Вроде как красиво выглядит на первый день. Куртка еще есть. Дороги, правда, непонятные на данный момент. Горазведчика дальше пускать. Что ли, улей. Так, еще делать шахтером тоже вопрос. Магок идти бить. Плюша, иди сюда. Что такое? Что случилось? Что у меня? Все хорошо. Магов миллиард. Сверху ничего не найдем нам. Ладно, плюсуем. Второй день смотрим точно. Там уже по ситуации. Значит, нравится больше, чем предыдущая. Не, предыдущая получше была. Тюрьма жесткая за быками. Еще улей. 4 улья уже. Разведка не качается, к сожалению. Находим конюшню также. Еще улей. 5 уже, да? Цех. Здесь нужно будет пробиваться. ГО, скорее всего, вправо, мне кажется. Дороги, конечно, такие. Но обычно, когда такие дороги, деревня, город прям под выходом, да?
5 ульев. Нам право пробиваться за эту. Ну что, надо прыгать в улей за вот этими челами, да? Эксперт тактика. Слушай, да даже, наверное, нычки троглов будем собирать. Просто на мясо, да? Порталить я не вижу смысла уже никого, да? Ну, то есть, даже если я найду... Это уже будет не темпово. Мне кажется, да. Так. Блин, или в большой улей залезть сначала сразу. Саня, какой пуэр ты пьешь? Наименование я не скажу, ну типа шу-пуэр черный. Собак забрать. Ну это и сейчас вроде можно сделать. Так, да.
33. Потери-то вроде отличные, да? Давай соглашаться. Мне нравится. Тут тоже большой. Ну, пробуем. Если типа он прям максимальный, ну... Значит... Такова солеви, да, и рестарт. Два больших это хорошо. Если мы первый берем, то типа все норм. И мы его берем, это 60-й. Опять же, хорошие потери, весь аджор сливается, 10 троглодитов всего лишь. Можем ли мы лучше? То есть вот в такой позиции он потерял 10, даже 9 троглов, да? Меня вполне устраивают такие потери. Более чем. Могу разбиться, но типа смысл. Надо просто идти следующий улей забирать. Или даже вот ехать за вот этим уликом. Под пешком, да, големом. Жми Q. Нажал. Так, могу ли я вот этот большой взять? Или лучше сначала... Так, поехал сюда. Вопрос, может быть, сначала вот этот улей забрать. Так, и могу ли я сразу направо армию сейчас передать? Два героя надо купить, пробить еще вот эту штуку. То мне надо кого-то из этих уволить. Вообще вроде могу, да? Следующий ход еще пара этих приедет. С пары нычек троглодиты доедут. Минус моралька появляется. А что еще было? Можно взять вот эту тюрьму. Еще появится мясо, да? Наказывают.
Так, если я беру нычки, то можно и этих пробивать. Правильно, правильно. Таймера только много всадил. Глазики не простят за то, что их назвали Аджуром. В данной ситуации как бы мухи не спрашивают, что там глазики думают по этому поводу. Шлем череп надо подобрать. Это ребра или мне кажется? Тарасар. Качки шагану, но вот она баллиста, например, да. Аджурик. Только что заказал пуэр себе. Это правильно. Пуэр это круто. Приятного чаепития. Так, вот консочка еще. Пробуем до деревни добежать. В принципе, с таким количеством армии плевать, какое она.
Макси. Блять, минус 4, это, конечно, отвратительно. Минус 4 утки. Ну так, сохранили, получше подрались. 20, ну так, хорошо. Луну как-то придумать еще. Блин, а что луной делать? Куртка есть, ангел вот. Таймера мало под луну. Сейчас чихну. Прошу прощения.
Ладно, эти единички, у них скорость выше. Здорово, Александр, спасибо большое. Разваливаем так же. Снова большой. Могу, кстати, разбиться потом, да? Разбиваться сейчас или стать на разбивку? Вопрос. Могу разбиться на следующий ход куда-то в другое место, да? Ну куда? Но сейчас мне разбиваться смысла нет, пешком бежать тоже смысла нет. Я точно, значит, делаю так, на собаке арты отдаю. Все, стал на разбивку. 3 минуты таймера, 4 нам. Обзорка. Вопрос, куда? Ну, можно сюда. Я просто не уверен, ну хотя, блин, сюда я точно тоже добегу. Книжку надо купить еще. Сюда цепи нету, да? Интересно, когда нибудь происходит, например, такое, что геносид, например, накладывает на Джору улики, ни разу не видел, но было бы прикольно. Там диспл сразу идет, это скорее их сагрит, ну, то есть не сработает. Там, у них атака уникальная, они типа бьют, сразу же диспл и типа не работают, бафы, дебафы там. Так,
попробуем здесь добежать. Болотная деревня, блин. Грейт уток. Только надо цепь сюда выстраивать. Еще Гунара желательно выкупить. Блин, две стенки неохота тратить. Так, вроде норм. Так, вопрос, что сюда разбивать? Взять коробку, взять этот. Дерево заканчивается, надо дерево подбирать. Так, разбиваемся. Покупаемся здесь.
Плюс 15 тысяч опытом. Артиллерия нет. Мудрость, воздух. Так-то эти челики злые. Мне бы, наверное, на следующий ход их бить. Хавал, хатка с землей. Чекнул избушку. Избушка хорошая. Вообще, у нас пятое знание уже. Но мы типа даблману можем сделать, если еще, да, и переразбиться сюда. Мне нужно цепочку направо построить. Этот улик никто другой не заберет. Да, мне нужно встать сюда, на следующий ход разбиться, сделать даблману, переразбиться. Поехать уже типа отсюда на выход через Консу там. Замедления нету, да? Так, на разбивке луны уже денег нет. Мне нужна цепочка сюда. Сером будет. Этот улик вытащить. Но я его не вытащу просто так. Там коробка еще. Thank you.
Передай привет. Здравствуйте. Привет, Иван. Так, мне нужно серо. Таймера крайне мало. Нужны деньги, нужен аджор. Отлично. Снова большой кайф. Шесть красиво. Так, далее. Денег надо много. Что-то мне кажется, это минусовые улики по мувам и по всему. Нафиг надо. Да, плюша минусов, я тоже так считаю. Лол, тут золото на дороге лежит все это время. Это забавно. Так.
Так, нужно разбить сюда шакти, поставить, переразбиться, да. Ближайшая разбивка. 800 мумов, 600 мумов. Ну, здесь, да, ближайшая. 602 мума, окей. Покупаем шакти. Покупаем книгу. Перестройка еще нужна, блин. Золото где-то могу найти. Так, а потом по дороге золото. Ладно, будем искать. Мне не хватит сейчас золота. Есть такое ощущение. Ладно, посидит, типа, ход в таверне. 300 мувов там, да, и разгон. Пробуем еще здесь добыть. Ладно, посидит в таверне шахти, ничего страшного.
160 в аккуратном. Кучу стащить, чтобы с одной стенки сжечь. Или как-то... А, ладно, пофигу. Слушайте, щулик, может быть, и вытащим, посмотрим. Во-первых, покупаем мистера Шакти. Мистера Калха. Скорости на эту нету, да. На зефирку. Надо сначала ангела брать. Денег просто пиздец не хватает. Ладно, сейчас будут рынки, будем трейдиться, если чё. Thank you.
Есть замедло. Отлично. Отлично. Так, вот бабки Так, ну мне нужно понять еще, что мы сейчас выходим. Или когда. Или мы становимся по НГО. То есть я увезу, я могу еще. Мобов не так много остается. Типа я без разгона поеду. То есть можно выйти сейчас. 750 мобов. Но без разгона. Можно выйти на следующий ход, но добрать еще два улья.
Я без разгона. Да не, лучше, короче. Хотя вон гора, да, дома. Ну ладно. Выбор сделан. Так, может тогда еще вот эту штуку зацепить. Меч далеко по без дороги. Я даже не понимаю, про какой вы меч пишете. Он ниже болота, который мы сейчас посмотрим. Макси. Такой позиции долили циклопов и одну утку, да? Попробовать утку не залить. Или нафиг этот щит получше найдем.
Просто скорость равная, ГС может быть, уток позаливаем. Так, меч здесь, да, вот этот. Ну, что-то он далековато. Хотя это почти АОТД или что? Щита нету. Ребра есть. Циклопов жалко. Ну, на уток разменяли. Чё жалеть там? Денег 15 тысяч. Тысяч. Пробовать грейт уток придумать. Бля, столько дерева не найду. Пока так. Так, ладно, выход 1 на 1, можно было на 7-й день выйти, но без разгона. Я бы, скорее всего, достал до деревни, ну, до города, если предполагать это, а предполагать можно было бы, что я говорил, типа, такие длинные дороги, как правило, предполагают в город на выходе. Возможно, стоило забирать это сейчас, сделать разбежку, деньги появились. Ну, таймера на это мало, и, ну, Макси Ули добрали, уже круто, плюс еще один улик по дороге. Нужны деньги, нужно дерево, можно пробовать реально грейт уток впилить. Типа 50 монархов, это очень сильно. Так, вроде бодрячком. Ламар. Ребят, меч уже не вытаскивается на данный момент. 100 маны на шахте, есть армак в свитке. Бежим накрывать опа, ну посмотрим. Тут еще центр может быть супер большим. Так, 1-2-1, 1-2-2, на 1-2-3 можно только поставить грейт уток. Ламаром коробку заберем, вот эту что ли. Ну, она далеко. Ламаром надо где-то в центре коробку, наверное, находить.
Или вы про эту и говорите? Так, даблману кому? Этой съедаем. Могу ли я не... Ну, типа... Не сожрать даблмана? Вообще, наверное, могу. Просто вывести ее. Мне не обязательно покупать ничего здесь. То есть надо как-то сыграть так, чтобы в город не заходить, пока там герои. Блин, или нафиг уток. У нас только дерева не найду. Да и денег много. Лучше разбежку, наверное, в центре делать. Посмотрим. Чекнуть по возможностям. Ламара бы свести с Шактином. Седьмой спул пауэр будет. Плюс две моральки, минус мораль оппоненту. Армагеддон есть, форсфилд есть. Бесконтактная. Бой. Изи победка. Го в проходе, говорит, отказала. Жаль. Понимаю. Ну, что сказать. Поиграли в симулятор сбора уток. Вроде сбор прошел успешно. Нам бы ГО точно не отказало бы в проходе. Это несложно было бы сделать. По игре таймер в говне, да. То есть, все-таки многое. Думаю, как лучше собрать. Таймер заливается. Естественно, что это не впустую трата времени, но все равно это, ну, типа, минус. Без таймера выходить плохо. Вот. Го 6 ЛМ. Ну, Николаев все еще в игре. Он, кстати, по-моему, следующую даже начал. У него пэтосов меньше стало. Давайте спросим. Ход попробуем. Так а что пробовать? Посмотрим расклад, а ход пробовать... А, блин, только начали. Жаль.
Так, можно с Саленсом еще один. ЛМ-ку начинать уже не хочу. Опять поздно в ночь. Можно еще джеб копнуть один. Так, а где Саленс-то? Он вышел, что ли, из игры? Ладно, гора склад пока посмотрим. Произошло то, что по нем его не прошел. Титаны. Ну, титаны жестко. Титаны жестко. Земли нет, маны не очень много. Армия. Ну, 5 ангелов такое. Стека костей тоже нет адекватного. Нам бы его точно не отказало, как я уже говорил. На 7-й день пробили бы, но я решил еще добрать чуть-чуть респа. Ну, давайте смотреть, что было бы в итоге. Вот наши утки. 48, вот этот бы добрался еще. И он тоже, сука, сда... Ой, боже. Ну, там, возможно, какие-то утки потерялись бы, но... Ну, 60, считай, да? Но, скорее всего, там было бы 58, что-то типа того. Вряд ли бы без потери отобрал. Набрался бы точно... Это зефирка, она тоже большая. Номник. Еще здесь улик был, но он бы не разведался. Черный рынок глянуть. Был арт из АОТД, но не тот. Мне щит нужен был. Может, где-то на респе лежит. Не, щита не видим. Тетива. Сапожки. Здесь тоже нет. На респе, короче, нет. Может, где-то в склепе лежит. Этот склеп еще брался, да? Нет, тоже не оно. Саня, будешь на СНГ? На каком СНГ? Расскажи, пожалуйста. В августе мифическом? Ну, теоретически буду. Сомневаюсь, что в августе все получится. Секта свидетелей вот тогда расходится. Ну нету на респе. Все вроде проверил, где можем, могло быть. Турнир. Братан, ты, ну типа, у тебя все хорошо? Ты следишь за новостями там? Или ты в вакууме живешь? СНГ перенесся... Во всем мире карантин. СНГ, блядь, по героям.
не будет СНГ. Точнее, турнир перенесся на август, но это предварительно, не факт, что в августе он состоится. На мой субъективный взгляд. Закрыты границы, карантин. СНГ по героям. Похуй. Весь мир подождет. Вот, когда это все распогодится, тогда будем смотреть, ребят. Сейчас что-то загадывать. Ну просто глупо. Если кто еще не понял, то я вам намекаю так. Если бы у него было ГО нормальное. Он выходит здесь у топа. Но опять же, на утопа у него нет стека костей. Топа единичка с книгой воды. Тоже не то. Ну, победка была бы. Он бы это не перебил просто. А Ламара, я думаю, мы бы качнули. Резурект приучили. 60 уток. Заряженный Шакти не контрится. Не, просто все записались почти из стримеров, а тебя в списке не было. В каком списке? Братик, подержи в курсе еще. Мне вот тоже интересно. Почти все стримеры. Какой список ты имеешь в виду? У него на респе нет утопии. Щит возле цеха. В центре где-то. Да. Ну, в центре такое. Это ерунда. Это вы типа ищете уже. Ну, на карте есть АУТД. Классно. И что теперь? В особняке артов не может быть. Там арты мажоры. Ну, типа класса выше. Не, я без приколов, я хочу узнать, какой список имеется в виду. Мне очень интересно. Список стримеров на СНГ, которые все записались, а вот я не записался. Меня там нет. Можно узнать, что за список? Я пока еще досмотрю, что у меня на респе было. Макси, блин, по мясу прям. Шестьдесят четыре утки. Ну, типа, четыре утки я в центре взял, остальное с респа. Ну, повторюсь, это, скорее всего, последний улик бы, во-первых, был бы, ну, брался бы с потерей, потому что Джора просто нет. Но все равно очень душка пошла. Давай расскажу тебе маленькую сказочку. Душка. Маленький любитель душений. Стример душный, там еще что-то. Ты пришел, задал вопрос, буду ли я на СНГ. Пишешь мне про какой-то список стримеров, в котором все есть, а меня якобы нет. И душный здесь я. Я пытаюсь у тебя узнать максимально в нормальной форме. Я не пишу, что ты кретин. Не пишу, не говорю. И чтоб ты отъебался, хотя мог бы это сделать, потому что ты, ну, уже несколько, ну, не то чтобы поводов даешь. Ты не даешь информации. Ты спросил, я тебе по-нормальному ответил. Турнир СНГ по героям не состоится в мае. Да я слышал от Гома. Я пытаюсь вот бороться с такими персонажами, как ты. Не то, что бороться, а, ну, вразумлять. Ты пишешь какие-то факты, которые, блядь, где-то слышал у Гома, список стримеров, СНГ. Ты абсолютно перекручиваешь информацию. Я не люблю этого, которое касается меня, и когда люди перекручивают информацию. Вот я это пытаюсь донести по фактам. СНГ
в мае не состоится. На этот СНГ я был зарегистрирован. Не знаю, про какие списки идет речь. Я планировал приехать. СНГ, который на данный момент переносится на август месяц. Еще раз повторюсь, это предварительно. Он может тоже не состояться. Это все, ну, вилами по воде писано. Все хохотали сейчас. России ж похуй, ну, типа, весь мир в карантине, а типа ха-ха, хи-хи. Мой прогноз, что в августе тоже это не состоится. Дальше. Нет, важно, что не пусть он отъебется. Я пытаюсь донести свою мысль. Меня называют душным, да на здоровье. Я пытаюсь донести эту мысль просто для того, чтобы кто-то это услышал, и даже этот человек и впоследствии не совершал подобной хуйни. Хуйня называется разнос недостоверных каких-то сведений, сплетен по интернету. И ну вот так и живем в таком ебаном мире сейчас, потому что вот так это распространяется. Туда же можно фейковые новости отнести, это то же самое абсолютно. Так вот, в августе, куда перенесся сейчас чемпионат СНГ по героям, я тоже зарегистрирован и якобы планирую приехать. Про какой список стримеров, где почти все зарегистрировались, но меня нет, я в душе не ебу. Пожалуйста, будьте умнее, и когда спрашиваете что-то, то, ну, будьте готовы предоставить информацию, если хотите получить нормальный ответ. А не «да, блядь, твары надушные», сам спросил и типа сам свалил потом. Спасибо за внимание. Наша победа, абонент сдался. Можете как угодно относиться, там, душный стример, да вообще плевать. Мне не нравится, когда, ну, типа, касательно меня, в данном случае меня это касается, разносится какая-то информация, которая абсолютно не имеет ничего с реальностью. Так, ладно, с этой каткой все понятно, центр более-менее посмотрели, количество армий на респе посмотрели, очень много, щита нет на респе под АУТД, щит есть в центре, но это уже такое, это неинтересно, потому что не факт, что доходило до того, что я бы его забрал, возможно, забрал бы его оппонент первым, это, ну, короче, неконкурентно. А так, сыграно норм, по таймеру плохо. Можно было, повторюсь, на 1.1.7 выехать. Наверное, это было бы более темпово, не добирая вот эти ульи. Но я не был уверен на 100%, что здесь будет город, а выехать на чуть-чуть без разгона. Я посчитал, что лучше остаться на ангеле и добрать респ. Такой вот итог. Все, всем спасибо за внимание, спасибо оппоненту за игру. Может быть, покатаем еще одну, если найдем сейчас оппонента. Я сделаю стоп-старт, поищу оппонента, будет небольшая пауза и будет еще один джебик. Не расходитесь, друзья, через 5-10 минут, как найдется оп, если он найдется, то будет подруба. Если вдруг не найдется, ну, значит, не судьба. Но я думаю, что кого-то найдем. Так что обновляйте страницу через какое-то время. Всем спасибо, кто смотрел, кто вдруг уходит. Подписывайтесь на соцсети, чтобы быть в курсе следующих трансляций. Welcome практически каждый вечер на Facebook Gaming, на канал Тварина TV. Надеюсь, еще сегодня увидимся.